Анастасия Волочкова на YouTube-шоу «Про жизнь» объяснила, почему до сих пор не может простить родительницу. Экс-прима Большого театра убеждена, что для матери, Тамары Владимировны, она всегда была бизнес-проектом. Об этом пишет «Экспресс-газета». «Когда мама вдруг, уже увидев, что у меня концертная деятельность пошла, она посадила меня за стол переговоров и спросила, а сколько ты денег будешь платить мне пожизненно за каждое свое выступление? Если честно, я вам скажу по-французски, я офигела. Я была в шоке, честно говоря, учитывая, что большинство моих выступлений были благотворительными», — заявила она. Привела Анастасия и другой пример. Когда поклонник Волочковой подарил ей несколько квартир, одну из них, площадью 200 квадратных метров, в Санкт-Петербурге рядом с Мариинкой, мама решила оформить на себя. Когда через долгий промежуток времени балерина решила эту недвижимость продать, то оказалось, что Тамара Владимировна уже сделала это. По словам Волочковой, это было сделано за ее спиной и без ее разрешения. С тех пор ее общение с матерью сошло на нет. Ранее Анастасия Волочкова возмутилась тем, что за три билета в Большой театр россиянам придется отдать около 180 тысяч рублей. Балерина призвала культурное учреждение сделать спектакли более доступными. Кроме того, процесс продажи билетов в Большом театре она назвала неким сумасшествием.